Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами был Нэнд, и мы спешим сообщить, что сегодня исполняется 85 лет британскому актеру Терренсу Стэмпу. Он родился 22 июля 1938 года в Лондоне. Терренс Стэмп – один из наиболее востребованных британских актеров 1960-х годов, в разные годы работавший с такими режиссерами, как Уильям Уайлер, Фредерико Феллини, Пьер Паоло Пазолини, Стивен Содерберг, Оливер Стоун, Джордж Лукас и другими. Он родился в семье капитана буксира, вырос в рабочих кварталах лондонского Ист-Энда. В юности какое-то время снимал квартиру с начинающим актером Майклом Кейном, который со временем стал одним из основных конкурентов Стэмпа в плаву молодого раскрепощенного британца. В частности, Кейн увел у него роль галантного Лавлеса Элфи в одноименном фильме. В начале 21 века Стэмп на время отошел от активной деятельности, но он выпустил книгу воспоминаний, поваренную книгу и роман, а на новый 2003 год впервые связал себя узами брака, но, к сожалению, супруги расстались со скандалом через 5 лет. Мы желаем великому британскому актеру долгих лет жизни, крепкого здоровья и еще больше хороших ролей. Мы его уже не видели почти 2 года на киноэкранах. Надеемся, что он возвратится с новыми потрясающими ролями. А с вами мы не прощаемся. До скорых встреч!